Добрый день, друзья и гости моего канала. Как обещала, показываю вам свой золотой запас сырочков. Они у меня лежат на выдержке. Вот этот самый первый я сделала. Это уже когда я покрывала умку. Я купила молоко у Лены. Я, по-моему, там ролик даже снимала у Лены в усадьбе «Белая коза». Я там покрывала своих коз. Купила молоко у нее 3 литра от ее Маруськи и смешала со своим. Ролик есть, по-моему, сколько я взяла своего. Наверное, около 5 литров я взяла. И вот этот вот у меня сыр получился 167 кило, по-моему. Я его сделала в вакуумной упаковке, потому что у меня не было воска. Потом я купила воск, мне привезли воск. И я вот уже после сделала вот еще 3 сыра. Это чисто козий. Это корова от 10-го. Это ему уже 2 месяца. Ноябрь-декабрь, да, 2 месяца. На Новый год почти 3 месяца им будет. Это будет у нас сырок на салаты. Вот. А эти один от 5 декабря. Этот от 19 ноября, а наверху от 21 октября. Этот, значит, после этого был вот этот. Вот, я решила тогда, так думаю, пока умка доится, потому что после покрытия она молоко убавила, я решила сделать сыры, сгущенки сделала, ну, творог. Сделала, заморозила. Ну, чтобы хватило до окота хотя бы чего-то, чтобы было. Ну, вот на Новый год скроем сырочек. Поэтому я в предыдущем видео вам говорила, там, кур. И говорила, что лучше, наверное, заниматься козами. Конечно, козами это более... Получаешь больше выход продуктов, чем... Занятие кур. Кур, ну, яйцо. А козы это масло, молоко. Молоко, масло, творог, мороженое, сливки. Боже мой, да, море. И польза какая. Ну, курочки, конечно, да, курочки тоже. Курочки это тоже, конечно, яичко нужно. Поэтому как ими не заниматься? Будем заниматься. Вот, по весне, кому нужно будет яйцо, будем продавать яйцо. Так что вот такой вот у меня золотой запас. Покажу вам моих козюлечек. Вот, девчонки наши кушают. Иван-чай, венички и пижма. Пижму сушили вот этого от глистов. Зарюша наша ест. Вот, внучка приехала на каникулы. Новый ей репух связала, дырочки поменьше, чтобы меньше сена. Вот она, наша красотка. Давай. Вот какой пузырь у нас уже. Вот она, наша девочка, наши молочные козы наши. Ее мамка давала 6 литров молока. Зорина. Так что удойная коза должна быть у нас. И все-таки будем смотреть. Если будут девочки, шамечки. Шамечки. 50%. Девочку оставим себе. Мальчиков будем продавать. Посмотрим. Вот она собирает листочки Иван-чая. Так, теперь где наша Муся? Где наша Муся? Муся тоже ест веник. Это наша коза. Золотой запас сыра. От кого мы приготовили. Это тоже удойная коза. Как только окатилась, она у меня вторым окотом, мы ее купили. Как только она окатилась, давала 4 с лишним литра. Так, сейчас я вам поближе покажу. Вот она, девочка моя. Вот она. Все, разбросала веник. Пусть собирает сама.
пусть собирает сама. Давала 4, где-то около 4,5 пока козлят. Я уже рассказывала. Летом было 3800. 3800. Так что тоже удойная коза, но у нее будут каморики. Вот эта красотка, я от нее сыр, золотой запас свой сделала к Новому году. Она нам молочко давала. Уже проглистогонили, потому что уже пол срока беременности прошло. Проглистогонили. Я боюсь, что Зорька от 20 августа покрылась, а потом у нее был просто, наверное, гормональный всплеск, и мы ее еще к Лене в усадьбу Белая коза свозили, потому что она такой пузик у нее, мне кажется, что к старому Новому году у нас будут козлятки, умки меньше живут. Ну а если у нее такой пузик сейчас, и она только в конце февраля, то, наверное, там точно тройня, потому что она у нас вот этот лежит. Там лежит филуцен с магнием. Вот как хорошо мы кушаем. Как хорошо мы кушаем пижму. Пижму мы хорошо кушаем. Это же хорошо от глистов. Муся. Муся моя. Это же от глистов. Ну-ка, накушай. Иван-чай. Ну, бери пижму на. Скорее. Вот как пижму мы. Вот как цветочек целый. Оп, и съели. Вот. И глистогонила. Вермеком я в этот раз проглистогонила, потому что по весне она доилась, я и примеком глистогонила обоих, а в этот раз и вермеком проглистогонила. Вот. Так что вот так вот. Вот эта красотка нам дала молочко, и мы сделали сыр. Такие новости на сегодняшний день. Всего вам доброго. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Осталось совсем чуть-чуть до 1000 подписчиков. Так что, дорогие гости, заходящие на мой канал, большая просьба подписаться. Всего хорошего, до новых встреч!